За минувшие сутки ГИБДД сообщает сразу о двух столкновениях автомобилей с лосями. В Кимрском районе на животное наехала «Мазда». Пострадала женщина-водитель. И на трассе М9 на территории Ржевского района после подобного ДТП пострадал 36-летний водитель автомобиля «Субару». Будьте осторожны за рулем. Отлично справился. Время какое? 15.48. А норматив какой? 13. Сборка-разборка автомата Калашникова – один из многочисленных конкурсов на состоявшемся в региональном ФСИН состязании, где принимали участие семьи со всех учреждений УФСИН области. Свой посильный вклад в копилку заветных баллов вносили как взрослые, так и дети. Вот, к примеру, конкурс для младшего поколения «На скорость собрать папу на службу». В обязательном снаряжении – форменная куртка, бронежилет и шлем. Такие состязания на протяжении ряда лет прирастают новыми испытаниями и заданиями. Мы ввели тут и стрельбу новой, да, и дали детям сотрудников, получается, поучаствовать в тренажерном. Огневая подготовка на тренажере «СКАТ». Это в первый раз, да, и даже вот еще не начался конкурс, но дети активно, там настоящий пистолет, да, и как бы это учебный пистолет, но он настоящий, активно это используют или пробуют. Одно из испытаний – оказание первой медицинской помощи – проходило под профессиональным контролем врача. У меня был перелом. И супруга накладывала гипс? Да, все сделала как надо. Мне уже лучше. Задание простое. Вот это билеты. На билетах написано, какую помощь должны оказать участники. Они рассказывают и демонстрируют навыки оказания помощи. Есть постоянные даже у нас семьи, которые постоянно просятся, участвуют, потому что с каждым конкурсом приходит опыт, и у нас разыгрываются призы, и тут и естественные состязания, и сплоченность, и естественно тут с дальних подразделений это момент, где как раз предоставляют же выходной, и это есть возможность побывать с членами семьи, получить вот эти позитивные эмоции. Награда каждому участнику соревнований – полевая кухня с кашей и чаем. Накормим, напоим. То есть приятного аппетита в этом плане. По итогам спортивного праздника в тройку лидеров вошла команда, представляющая исправительную колонию номер 9, Нелидовский район, команда из Балаговского ЛИУ-3 и семья сотрудника исправительной колонии номер 10 Калининского района Тверской области.